Конечно же, в канун Нового года все ждут ответов на вопросы. Вот, к примеру, когда, наконец, закончится начавшийся осенью ледниковый период. И давайте вместе с вами побываем за кулисами этого проекта. Представьте, Илья Авербух тренирует участников. Так, стоп! Нормально, нормально, нормально. Молодцы, молодцы, молодцы. Татьяна Анатольевна, как вам? Это гениально! Это просто потрясающе! Вам правда нравится? Нет, я репетирую. Это гениально! Это просто потрясающе! У нее такой смешной голос. Так, ладно, все, идите репетируйте, идите. А где мои любимчики? А? Где? Татьяна Навка и Вадим Колганов. Вот, я считаю, идеальная пара. Тут тебе и фигуристка, и звезда, и Колганов. Готовы? Работаем! И вот на льду появляются Татьяна Навка и Вадим Колганов со своим номером по мотивам фильма «Адмирал». Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Все, что имел, душу тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль! Какая трагичная концовка номера. Но что мы видим? На льду появляется финовал и спасает нашего героя. Летящий вдаль, вдаль, вдаль.